Сегодня я расскажу вам вторую сказку про деревню, про дом в деревне и про мышку Пышку и кота Рыжика. Сказка называется «Как кот Рыжик и мышка Пышка подружились». Когда козы давали молоко, бабушка делала дома сыр. И когда она начинала его делать, Рыжик сначала ходил вокруг бабушки восьмеркой, потом садился рядом и мурлыкал, терся головой бабушки на ноги и задирал трубой свой хитрый хвост. Бабушка знала, что он хочет, и давала ему сначала молока, потом, когда молоко превращалось в творог, давала немножко творога. Кот ел и урчал от удовольствия, и жмурил свои глаза. А в это время мышка сидела в своей норке и вздыхала. Ей тоже так хотелось молока, душистого творога, но все вкуснее, конечно, был сыр. Это был невероятно вкусный сыр. У него был такой дивный запах, что у мышки аж дух захватывал. Рыжик тоже любил сыр. И он знал хорошо, что если подойдет к бабушке, потрет свои ноги спинкой, она обязательно даст ему первый кусок сыра. И он будет его есть медленно-медленно, смакуя каждый кусочек и улыбаясь от восторга. И вот однажды, когда кот, зажмурив от удовольствия свои глаза и растопырив усы, ел сыр, мышка не выдержала. Она знала хорошо, что кошки и мышки старые враги, и что кошки едят мышек, но удержаться не смогла. Она выбежала из своей норки, села перед котом и говорит: «Дай мне, пожалуйста, кусочек сыра». Кот открыл глаза, и они из узких щелочек сразу превратились от удивления в круглые блюдца. Он сказать ничего не смог. И даже не столько от удивления, сколько от того, что весь рот у него был забит сыром. Пышка сказала: «Ты можешь меня, конечно, съесть, но потом. А сейчас дай мне немножко сыра, я так его люблю». Кот был поражен смелостью маленькой мышки и дал ей кусочек. Мышка вздохнула чудесный аромат, лизнула долгожданный вкуснейший кусочек сыра и, не выдержав, впилась в него всеми своими зубами. Через миг от кусочка ничего не осталось. Но на мышкиной мордочке была написана такая радость, такое удовольствие, так весело подрагивала тонкий хвостик, что кот не решился, как положено, съесть мышку. Да и зачем ее есть, когда у них есть бабушка и сыр? Бабушка посмотрела на Рыжика, посмотрела на Пышку, и чтобы мышка с кошкой не поссорились, дала каждому еще по кусочку сыра. И после этого кот Рыжик и мышка Пышка подружились.